Здравствуйте, меня зовут Элина. Сегодня я приготовлю быструю запеканку в микроволновке без манки, муки, крахмала и без сахара. Запеканка будет рисовая, вареный рис остался от вчерашнего ужина. Рис перекладываю в миску побольше для удобства перемешивания. Сливочное масло 10 минут постояло в тепле и размягчилось. Добавляю его к рису и растираю. Понадобится банан, спелый или переспелый, именно он обеспечит сладость запеканки. Банан нарезаю не очень большими кубиками. Отправляю их к рису. В другую миску вливаю крупное куриное яйцо, добавляю щепотку соли, учитываю, что рис был посолен при варке, и размешиваю вилкой. Ничего не взбиваю, просто размешиваю, чтобы белок и желток объединились. Вливаю молоко 3,2% жирности и еще перемешиваю. Заливаю этим омлетом рис с бананами и перемешиваю. Точное количество всех продуктов я, как всегда, оставлю в описании под видео. Посуду, подходящую для микроволновки, смазываю изнутри сливочным маслом, тщательно, и дно и бока. Перекладываю туда смесь для запеканки. Разравниваю. До краев формы должно оставаться не менее 3 см, так как запеканка в процессе приготовления будет подниматься, а затем осядет. Форму затягиваю пищевой пленкой, заворачиваю ее вот так на дно и зубочисткой прокалываю 9 отверстий для выхода пара. Помещаю форму в СВЧ. Мощность выставлена высокая, это 700 Вт. Время задано 4 минуты. Запускаю процесс. По истечении времени запеканку оставляю выключенной на микроволновке еще на 2 минуты. Пищевую пленку удаляю. Вот, посмотрите, какая получилась запеканка. Она пружинистая, везде пропеклась одинаково. Я ее лопаткой вот так немного отделила от краев. Она отделяется легко. Накрываю сверху тарелкой и переворачиваю. Пользуюсь полотенцем, так как запеканка горячая. С нижней стороны запеканка тоже полностью пропеченная, и она хорошо держит форму. Запеканку я украсила вот так, кружочками банана. Посмотрим ее на разрезе и попробуем. Вот такой у запеканки разрез. Видны кусочки бананов. Запеканка плотненькая. Она легко отламывается, что ложкой, что вилкой. Вкус хороший, гармоничный. Запеканка получилась в меру сладкой. Если вам понравилась эта быстрая запеканка с бананом в микроволновке, оставайтесь на моем канале, где вы найдете много простых рецептов вкусных блюд.